Сегодня мы приехали в удивительное место. Деревня называется Самолва, где установлен памятник в честь ледового побоища. Огромная территория, красивые очень, из камня сделаны сиденья. Приезжайте сюда, на Чудское озеро, посмотреть великолепный памятник. Мы с вами видим Чудское озеро, на котором состоялось ледовое побоище. Это уже территория парка. Это памятник. А солнышко прямо вот светит. Сейчас мы его немножко обойдем со всех сторон. Мемориал создан по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в честь 80-летия святого князя Александра Невского в 2021 году. Еще раз я вам покажу его. И мы теперь двигаемся к Чудскому озеру, к нашему Псковскому морю. Какой удивительный запах теплого воздуха, воды, ветерок. Удивительно. Ну вот мы подошли с вами к Чудскому озеру. Это, конечно, только краешек. Но вот такой чудесный вид. Мы с вами снова гуляем по парку. Посмотрите, какие придумали скамеечки в виде камней. Можно посидеть, отдохнуть. На всей территории расставлены великолепные камни. Еще раз взглянем на монумент Александра Невского и его дружинам. Мое путешествие продолжается. Сегодня я в Вдовском районе. Мы сейчас с вами находимся около церкви, которая называется Целительница, в честь Божьей Матери. И дальше путь продолжается в Трутневы пещеры. Такая вот красота. Трутневы пещеры. Здесь было 3 раза явление Богородицы. Сделали переправу через ручей. И 3 раза Богородица разрушала ее.
выходим с трутневых пещер, поднимаемся вот по такой лестнице. Ее сделал мужчина после аварии, который долго не мог восстановиться, не мог ходить. И когда стал посещать трутневы пещеры, молодой человек встал на ноги и пошел. Ой, какой теплый воздух, приятный. И вот церковь, целительница. Церковь, целительница, в честь иконы Божией Матери. Люблю вот это сочетание зелени, неба и вот такая вот чудотворная церковь. Жалко, через камеру не передать вот того ощущения воздуха, которым я сейчас дышу. Чистое небо, зелень, умытая после вчерашнего ливня, солнце, зеленая трава. Я через камеру хочу передать вам все те ощущения, которые сама чувствую. И вот первые хризантемы, первые признаки осени. Церковь Успения – это фамильная церковь Петра Петровича Канавницына, известного полководца, который родился в Пскове. И это его имение и фамильная церковь. Вот он, главное здесь, главное здесь достопримечательность – это история его жизни, потому что его жертвенное служение Родине и принесло этому роду наибольшую известность, и, конечно, графское достоинство. То есть он был удостоен за год до смерти императора Александра I графского достоинства. И приказ на четырех листах, он есть у нас в документах, содержит все боли, как этот человек совершал свою жизнь. Купель в имении Канавницына. Чудское озеро. Хороший снег. Наше Псковское море, Чудское озеро.